Acer TravelMate Timeline 8571 – это ноутбук для бизнеса, отличающийся строгим дизайном и небольшим весом. Для моделей данного класса важнейшими параметрами являются быстродействие и достаточная автономность, которые бы позволили пользователю плодотворно и длительно работать в дороге. Этот TravelMate Timeline комплектуется всеми элементами, необходимыми для активного использования. В коробке, кроме самого ноутбука, пользователь найдет компактное зарядное устройство, аккумулятор повышенной емкости, документацию, диски с программным обеспечением и драйверами, а также чистящую салфетку. Данная модификация поставляется с операционной системой Windows Vista Business, что в полной мере соответствует ее позиционированию. TravelMate Timeline 8571 относится к сегменту корпоративных ноутбуков, и это сразу заметно по его дизайну. Модель выполнена в строгом черном корпусе, который отличается ровными линиями и отсутствием закругленных элементов. Все поверхности имеют матовое покрытие. Это сделало корпус более практичным и долговечным, в отличие от глянцевых ноутбуков, на панелях которых часто остаются не только отпечатки пальцев, но и мелкие царапины даже при аккуратной эксплуатации. Экран удерживают два массивных шарнира, которые не дают ноутбуку раскрыться полностью, но при этом надежно фиксирует положение даже во время тряски при работе в автомобиле. Компьютер весит 2,3 кг с учетом аккумулятора. Это позволяет использовать его в поездках, даже несмотря на достаточно крупные размеры. Стандартная 6-элементная батарея имеет емкость 5600 мАч, чего по результатам тестирования в батарее ITER 2005 Pro достаточно для обеспечения более 7,5 часов автономной работы. Это действительно выдающийся результат. Acer TravelMate Timeline 8571 оснащен широкоформатным дисплеем с диагональю 15,6 дюйма. Матрица с соотношением сторон 16:9 обладает разрешением 1366 на 768 пикселей. Матовое покрытие экрана полностью исключает появление бликов, а высокого уровня яркости будет достаточно и для комфортного просмотра видео. Клавиатура занимает всю ширину рабочей поверхности и дополнена блоком цифровых кнопок. Клавиши сделаны довольно крупными, что позволяет быстро привыкнуть к набору текста. Над раскладкой установлены динамики, а также три дополнительных кнопки, используемые для включения беспроводной связи, вызова утилиты резервного копирования и активации энергосберегающего режима. Тачпад в Acer TravelMate Timeline 8571 достаточно крупный. В правой части сенсорного поля находится зона вертикального скроллинга, а между управляющими клавишами встроен сканер отпечатков пальцев. Рядом с тачпадом также установлена клавиша для его отключения. Эта возможность понадобится при использовании внешнего манипулятора. Объектив 0,3 мегапиксельной камеры и микрофон пользователь найдет над дисплеем. Особенностью Acer TravelMate Timeline 8571 является и отдельная клавиша, используемая для выброса каретки оптического привода. Она установлена на рабочей поверхности справа от клавиатуры. Модель работает практически бесшумно. Теплый воздух выводится через левую грань корпуса, а нагрев компьютера неощутим даже при длительной непрерывной эксплуатации. Для обеспечения длительного времени автономной работы модель оснастили двухъядерным процессором с пониженным энергопотреблением. Intel Core 2 Duo SU7300 работает с частотой 1,3 ГГц, а стандартный объем оперативной памяти составляет 3 ГБ. Ноутбук укомплектован винчестером емкостью 250 ГБ и интегрированной графической системой Intel GMA 4500 MHD. Нельзя сказать, что конфигурация отличается высоким быстродействием, но для офисных задач ее точно хватит. В тесте PCMark 05 компьютер набрал 3234 балла, а в 3D Mark 06 показал 569 пунктов. TravelMate Timeline 8571T стоит около $1000, что значительно дороже подобных моделей. Но разница в цене вполне оправдана длительной автономностью и отличным качеством исполнения. Практически все функциональные элементы находятся на левой и правой сторонах корпуса. На переднюю грань вынесен только картридер, поддерживающий форматы SD, MMC, MS, MS Pro и XD. Правую грань, кроме оптического привода, занимают два интерфейса USB, розетка зарядного устройства и отверстие кенсингтонского замка. А на левой пользователь найдет разъем сетевого адаптера, фирменный интерфейс Acer EasyPort 4 для подключения док-станции, видеовыход VGA, аудиопорты, а также еще два интерфейса USB 2.0. Беспроводные возможности модели представлены модулями Bluetooth и Wi-Fi стандарта 802.11abg.
Acer TravelMate Timeline 8571 – ноутбук, который удачно сочетает в себе ряд необходимых деловому пользователю параметров, отличное качество исполнения, длительное время автономной работы и высокий уровень защиты данных. При этом модель стоит вполне разумных денег и может быть доступна обычному пользователю в качестве основного компьютера.